Развод с Курбаном Омаровым дался Ксении Бородиной непросто, бизнесмен изменял ей и честно в этом признался. Тогда ведущая пообещала скрывать личную жизнь от посторонних. Несколько лет ведущая «Дома-2» и «Последнего героя» строго следовала своим принципам, но недавно перестала прятаться и начала в соцсетях публиковать снимки с новым избранником, блогером Николаем Сердюковым. Хейтеры тут же вспомнили обещание звезды отечественного шоу-бизнеса, еще недавно желавшей спрятать избранников от завистливых взглядов. Бородина поспешила оправдаться, но этого оказалось недостаточно, волна критики не останавливалась. Только проработанный человек плевать хотел, что думают другие. Он счастлив в моменте. Только глупцы не меняют мнения, не идут за чувствами, не живут, как хотят. 3 года тишины, никакой личной жизни. А теперь я буду делать, что хочу. Люблю вас, но больше всего я люблю себя и свою жизнь, поставила Ксения точку в битве с хейтерами. Похоже, Бородину расстраивает критика ее новых отношений. Справедливости ради стоит отметить, рядом с Николаем Сердюковым 41-летняя звезда сети выглядит очень счастливой. Почему женщины в нашей стране боятся разводиться и заводить новые отношения? Потому что соседка всегда лучше знает, как жить. Она терпит, и ты терпи, а если развелась, до конца дней сиди одна. Нет этого права ни у одного человека в мире решать, с кем, когда и как вам будет лучше. Только вы знаете свой путь, и это только ваш выбор, сердится Ксения. Напомним, с Николаем Сердюковым телезвезда познакомилась во время съемок «Последнего героя». Вспыхнувшие чувства было сложно спрятать, ради возлюбленного Бородина решилась применить право вето и оставить его на проекте.